первым на сцену областной филармонии выходит прославленный коллектив с мировым именем. Государственный академический ордена дружбы народов, ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова с совершенно новой программой. Я решил показать вторую сторону казачества. Это лейб-гвардия атаманского полка, его величество атаманского полка. Понимаете, всегда мы показывали нашу быт, да, донской, все традиции наши донские, о войнах. В этой программе будет и о гражданской войне, о песне 905 года. Далее фестивальная афиша, государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, а также Оренбургский академический русский народный хор.